Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня в нашем видеообзоре мы представляем вам розу сорта Акрополис. Эта флорибунда была выведена французской компанией Миланд в 2001 году. За счет своей неординарной расцветки эта розочка хамелеон вызывает у кого-то просто восхитительные восторги, кому-то она категорически не нравится. Цвет у нее меняется от бежево-розового до кофейно-коричневого и зеленого. По мере отцветания уходит зеленый цвет бутончик. Сами цветки чашевидные, не очень крупные, сантиметров 6-7, собраны в соцветие от 3 до 7 бутонов, может быть. Цветет роза практически постоянно, с небольшими перерывами. Очень хорошо и долго держит цветок, до 10 дней. И по мере отцветания роза самоочищается. Расцветка, конечно, у нее интересная. В целом, кусты ведут себя очень неплохо. Заявлено, что рост этой флорибунды до метра, но на самом деле в хорошую погоду, а на юге так вообще до 1,5 метра вырастают. Побеги прямо стоячие. Куст аккуратной формы, округлый. Вот здесь видно, что уже преобладают зеленые цвета, а тут в начале распуска бежево-розовые. У этого сорта хорошее качество, очень хорошо держит дождь, не проливные дожди, не ветер, ничего ей не страшны. Цветки не портятся, не темнеют, не плесневеют. В общем, розе дожди нипочем. Аромата у розы практически нет, он очень слабый и не ярко выраженный. Здоровье у розы тоже хорошее, при профилактических обработках ничем не болеет. Ну, конечно, цветки у розы, которая растет у нас в розарии, и у тех, которые высажены в контейнеры, отличаются. В контейнерах полностью нельзя увидеть, как в целом выглядит роза. В контейнере немножко грязновато выглядит, поэтому для того, чтобы оценить этот сорт, все-таки нужно его посадить у себя в саду и 2-3 года понаблюдать и сделать уже свои выводы. Повторюсь, что многие просто в восторге от этого сорта. Но нас как-то она не очень впечатляет. Кажется, этот сорт грязновато-коричневым, даже иногда бледно-серым. Но в целом как-то смотрится не очень хорошо. Зимует роза под небольшим укрытием очень хорошо, даже в климате 3-й зоны. Ну, в общем-то, роза с хорошим здоровьем, хорошо зимует, но за счет ее расцветки неоднозначной каждому выбирать, хочет он иметь в своем розарии такую розу или нет. На этом у нас сегодня все. До свидания, до новых встреч!